Другое популярное издание «Коммерсант» также обращает внимание на призыв главы Китая всеми силами опровергать менталитет холодной войны. Журналисты особо выделяют слова председателя КНР о том, что развитие имеет значение тогда, когда оно открыто для всех и когда является устойчивым. РБК Дейли считает, что выступление Си Цзиньпина в общих прениях лучше всего соответствует духу времени. В газете отмечают главные акценты в речи – мир и развитие, диалог и взаимовыгодное сотрудничество. В целом, российским СМИ понравился образный язык китайского лидера. Радио «Эхо Москвы» приводит слова председателя Си о том, что закон джунглей не должен использоваться в межгосударственных отношениях в современном мире. С этой цитаты многие журналисты начинали репортажи и статьи о выступлении Си Цзиньпина в ООН.